Добрый день. Сегодня бы хотел вам рассказать о материале компании 3DVL. Полная информация есть на сайте компании. О материале 3D-пленка из поликарбоната. Что это за материал? Данный материал компания 3DVL производит последние 4 года. Материал изготовлен, как я и говорил, из полимерного состава. Это поликарбонат. Материал имеет 19 вид цвета, вот, и первый вид рисунка. Производится данный материал в ширину 647 мм, длину до 49 метров, стандартный у него рулон. Мы продаем от 4 метров, то есть вы можете, собственно говоря, заказать данный материал компании 3DVL, посмотрев полную информацию на сайте. Для чего применяется данный вид материалов? Данный вид материалов применяется как в упаковочной продукции, то есть из этого материала возможно изготавливать упаковку и в дальнейшем уже собирать какую-либо готовую форму и в нее помещать тот или иной подарок. Далее этот материал можно резать на ламеле на оборудовании компании 3DVL и из него изготавливать уже готовые жалюзи. Оборудования никакого специального не надо. То стандартное оборудование, которое имеется в компаниях-производителях жалюзи, оно подходит и без всевозможных проблем возможно изготовить жалюзи. Прошивается данный материал с помощью лески, либо какой-то лавсановой нити. Никаких проблем с этим тоже нет. Сам материал достаточно очень прочный. Он может находиться постоянно в воде. У него рабочая температура это плюс 80, минус 60. То есть в наружной рекламе при попадании солнечного света он достаточно долго может работать, долго приносить прибыль тем, кто, собственно говоря, использует его в наружной рекламе. То есть при температурах он не изменяется, при холодных, при жарких, да, и, соответственно, очень хорошо преломляет солнечный свет. То есть он будет очень хорошо играть тогда, когда это размещено на каком-то билборде, какие-то отдельные элементы, например, там скидка 50% или какой-то номер телефона. То есть этот материал он не запрещен для использования, потому что он не световозвращающий, а светоотражающий. Далее, очень хорошо материал использовать в витринах. То есть 10 лет под прямыми солнечными лучами, находясь, данный материал не будет выгорать. В данный момент вы видите непрозрачный материал, 100% непрозрачный, но мы можем произвести точно такой же материал прозрачный, и из него возможно изготавливать светильники. Стеновые потолочные панели также возможно изготовить из данного материала. С помощью двухстороннего вспененного клеящего ПВХ он накатывается на любое покрытие, гладкое, сухое, несыпучее, и вы сможете, собственно говоря, в дальнейшем изготовить такую некую псевдорельефную поверхность. То есть по виду она как бы рельефная, но по факту она абсолютно гладкая. То есть вы не будете собирать в помещении пыль на этом покрытии, так как любая рельефная стеновая панель, она будет собирать пыль, да, то есть волокно поликарбоната, оно не позволяет скапливаться пыли, особенно хорошо это используется в помещении, где курят, то есть смог он не будет оседать на этом покрытии. Мы на данный момент предоставляем возможность вам с нами сотрудничать, об этом есть информация на сайте 3dvl.ru. Добро пожаловать в инновации компании 3DVL.